Ансамбль спортивного бального танца «Дуэт» – коллектив «Яркий», один из лучших в Димитровграде. «Дуэт» основали Олег и Оксана Жуйковы в 95 году. Начинали мы свою работу в Новой Майне. Зародился коллектив наш там. Год мы проработали там, и потом Олег Николаевич стал работать в ДК «Восходе». История же дуэта Олега и Оксаны Жуйковых началась в Казахстане, в Чимкенте. Там прошло их детство. С ранних лет оба увлеклись бальными танцами. В 87 году встали в пару. Сначала на паркете, а потом и в ЗАГСе. А преподавательской деятельностью стали заниматься уже в Димитровграде. Когда мы сюда приехали, в общем-то, не все даже знали, что такое вообще бальный танец. Потому что, как такового, именно спортивного бального танца здесь в городе не было. Жуйковы совершили настоящий прорыв. За 19 лет работы достигнуто много результатов. Воспитанники дуэта – многократные победители региональных, всероссийских конкурсов и танцевальных турниров. Десятки кубков – подтверждение тому. Но любые победы даются не просто так. Ребята занимаются каждый день, по 2-3 часа. Хотелось бы, конечно, больше, но мы понимаем, что у нас же еще есть школа. Весна – у дуэта время не только ежедневных многочасовых репетиций, но и почти еженедельных турниров и конкурсов. Ульяновск, Самара, Уфа, Москва. Дуэт вернулся с победы из десятка российских городов. Достаточно активная у нас работа, и не всегда она вот происходит вместе. Юлия Лаптева, Анжелика Варгунок. Новости Димитровграда.